Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Лагер, и мы продолжаем проходить Half-Life вторую часть. Остановились мы на том, что мы убегаем с сети 17. Тут чувачок нам улыбается. И... ну, по крайней мере, как может. И мы наш дом для кота взяли. Так, все логично, все. Все правильно, все как было в прошлой серии, в конце. Твою ж... о... неждан. Ок. Вот это был неждан. Так. Еще и стреляют. Еще и стреляют, гады. В телек не попади. О, я видел пулю. Норм, чё? Дальше-то куда? Ага. Ага. Ок. Лоль. Косы вообще, я вам отвечаю. Да. О, тону. В телек попали. Нет. Сволочи, в телек попали. Что вам телек сделал? Чё, он тут таки может или что? Да? Тихо. Мне телек. Тихо. Хрена, я пули телеком отбиваю. Читер. Погнали. Телек, защищай. Так. Великолепно. Снова это дикое болото. Физика в игре где? Я должен был перевесить. О. Великолепно. Как я догадался? Я не знаю, как я догадался. Ну, в общем, сейчас мне надо подождать, пока перевесит. Телек, стой! Телек. Я знаю! Это ж физика. Смотрите, что нашел. Ложим сюда. Мало. Сюда. Мало. Сейчас я все блоки переношу. Вы тут пока посмотрите, да? Как лагерь работает строителем, ок? Или они так что делают? О! Уже веселее. Уже куда веселее перевешивается. Так, окей. Осталось забрать телек. И путь свободен. Из нас двоих перескочил только телек. Блин, вот облом небольшой. Так, погнали. Погнали. Что, нигде нету? Никого? О, палево. Смотри на телек. Так, чуваки, я телек. Гордон Фримен, мать твою, телек спас мне жизнь. Я ему очень благодарен. О, Буханка хлеба. Причем тут хлеб? Навалим. Валим. Нет. Я не думал, что я потеряю телек. Это очень прискорбно. Откройся! Открылось. Давай быстрее. Так. Патрончики. Так. Снова еще один труд, да? Ну ок. Чувак, поплыли. Будешь моей новой кошкой. Не, хотя нет. Ну нафиг такую кошку. Я люблю пушистых. Ты не очень пушистый, я заметил. Так, окей, погнали. Что тут с пацанами случилось? О, нет, блин, тут скользко. Чуть не ушел на эти хрени. Я вам отвечаю. Так. Следопыт какое-то достижение. Ну, окей, а дальше-то куда? Что-то нихрена не смешно. Там еще кто-то стреляет.
А, вот что тут дало это. Я-то думал, что это нам дало. Такая же хрень. Ну ок. Катись. У меня скоро фонарик сядет. Интересно. О, вот эта хрень бомбанет, походу. Знаете, так бомбанула. Бомбанула. По-моему, Черников, я точно не помню. Ладно, окей, погнали. Ага, там уже стреляют, что за хрень? Я еще даже не выжил, меня уже стреляют. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Что это, потом вспышка дурная. Ты что, патроны? Патроны, но походу для пушки, которую я не подобрал. Вот жесть. Я не знаю, это у меня такой компьютер тугой, или это реально такие долгие прогрузки, но ладно, не суть. Такс, что у нас тут? Так, так, так. Канализация, еще немножко канализации. Доски. Немножко до... Давай сюда, быстрее! Гражданская оборона у нас на хвосте. Мы подрываем железку, чтобы замести следы. Похоже, ты будешь последним, кто здесь пройдет. Радуйся, что ты не тот, кого они ищут. У этого бедолаги вообще нет шансов. Похоже, они созывают все подразделения ГО в Сити-17. Ты что, дурак? Каналы Манхэками. Тебе сейчас это... До того, как тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно! Я хотел подобрать эту монтировку. О, что это за хрень? Вот это не смешно. На этот раз пронесло. Спасибо за помощь. А, да не за что. Правда, я перепугался больше смерти. Здесь небезопасно. Я дам тебе кое-какие припасы. А потом тебе все-таки надо будет уйти. Ок. Давай. Ну, я вообще-то жду припасы. О. Пацаны, я футбол. О, футбол, я создал. Ладно, окей, погнали сюда. Так ты мне дашь или нет? Спасибо. За мной все будет в порядке. Да ты... Баран! Мягко говоря. О, блин. Чувак, ты тут спишь, да? А. Окей, 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 вот и поговорили. Погнали сюда. Хотя что-то вот мне очень хочется ходить туда, ну... А, не, все отлично, я не могу туда пойти. А, все, погнали, 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 не будем задерживаться. На одном и том же месте топтаться. Так. Ох ты ж мать твою за ногу! Что это за хрень-то такие? Как я понял, они очень сильно режут. Так. Для... Да мать вашу ж! Хотел их подорвать, честно вам скажу. Ууу, твою Да, еще кто кого подорвать хотел. Тут еще решить надо, кто кого подорвать захотел. Ладно, окей, погнали. Так. 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 Выход. А тут припас, отлично. Конечно, за припасами в первую очередь. Логично. Так. Что тут у нас? Когда мы уже убежим из этого сети 17? Честно, мне... Твою, твою, твою. Еще твою. Закрыто! Злостный нарушитель, тебе там дура электронная. Я наидобрейший человек во всей этой игре. Ну, я насчет Джеймана до конца не уверен. В первой части он мне показался злой. Но сейчас он вроде не такой злой, как я думал. Ладно, окей. Ты что, охренел? ВХ! ВХ, грёбаные! ВХ!
чувак юзает ВХ, вы видели, да? Так, ну у меня есть пукалка какая-то более-менее. Сейчас посмотрим, что за она. И что это за хрень у этого? Что? Зомби? Оу. Зомби с хэдкрабом на голове. Ну как зомби? Так сказать, половина зомби. Но я думал, что они все вымерли. Видимо, не все. А это такой же пулеметик с подствольником в первой части. Ни хрена не узнать. Ни хрена. Да ты задал! Вась, что там рожают по дороге. Ладно, окей, погнали дальше. Так. Мельница. 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 Так. Так, ага. Вон, а куда нам надо? Быстрее, Фримен, быстрее, 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 быстрее. Окей, так как я по воздуху набрать? Быстрее, 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 быстрее. Так, великолепно. Господи. Да! Как ты тут оказалась, ты мне скажи, пожалуйста. Люба, дорогая вещь! Салат, салат. Все, тихо, пацаны, без паники. Но походу меня спалили. Я, конечно, до конца утверждать не буду, но, по-моему, нас немножко спалили с перестрелкой. Че, охренели? Ох ты ж мать твою, я думал, ты сейчас упадешь. Эпично. Так, ладно, уже ни хрена, смешно. Я-то думал, эти комбайнеры, знаете, так? От балды, пацаны. Дальше-то куда, ребят? Сюда, что ли? Ну вот, погнали сюда. Да, припекло. Припекло. О, я тебя дам, я тебя дам. Меня взял. Что? Тихо. Тихо. Ой, снова припекло. Так. Это хорошо, давайте этой хрени пилить или хрень, или нет? Ну пусть пилит пока. Что, против, что ли? Эй, вертушка. О! Мать твою! Что это за хрень? ВХ-шная вертушка. Окей. Что я только в этой игре не видел, но ВХ тут хватает. Это пацаны, как я понял, пытались убежать. Да, всегда, блин, подходит такая картинка. Ты пытался. Так, ладно. Дальше-то куда, ребят? Читаю там, не совсем понял, куда дальше. А, во, отлично, великолепно. По туннельчикам. Снова в воду. Ну ладно, окей. Только трусы высушил. Или у меня там костюм вот эти принцаймы, что-то такое. У меня там супер костюм 5-й модели, если вы помните. Не-не-не-не-не-не. Такой беспалевный. Твою мать. Я не буду больше давать этим хреням что-либо резать. Потому что, знаете, они режут только для себя. То есть в итоге пролетают только сами потом. Снайпер хрена. Сколько ж вас тут, блин? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Полегче, самка, полегче. Вроде без потерь обошлось. По крайней мере, моих конечностей. Окей, валим, 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 валим.
Это, блин, как копы на посте. Как удачно бой. Оу. Если тут пернуть, то будет взрыв. Это плохо. Так. Твою, меня порезали. О, пацаны, пацаны, тихо, тихо. Я боюсь промазать. Если промажу, будет. О, как плохо. Твою ж за ногу. Да, сказал, будет плохо. Ну ладно. Радуюсь, что я жив. Футбол. Да, футбол. Так, ладно, окей, куда дальше? Блин, эти хрени бесят. Ладно, окей, 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 окей. Дальше по лестнице, как я понял. И затем как-то на трубу, вот. Просто мастер паркура. Так, сюда так беспалевно. Да, кто прыгать будет? Проще все спуститься. Ладно, ладно, шучу, шучу. Спуститься им. Вот так само то. Так, куда теперь? Так, сюда, сюда, сюда. Нет, не сюда. Не смешно. Дальше-то куда? Так, хп, хп, хп. Мне, походу, все-таки надо подняться. Так, сюда. Ага. А-а-а. Вон оно как. Михалыч. Хотя нет, не так. Дальше ты куда, ребят? Что-то я тут заблудился. Немножко. Давайте все посмотрим свысока. То есть, логически. Нам надо туда. Но тут решетки. Тут много труб. И еще немножко труб. И труб. И труп. Все логично. Пойдем назад. Так. Ты что, включить не надо? Включайся, пожалуйста. Я прошу. Пожалуйста. Ладно, пойдем. Только что сделать надо. Так, короче, стой тут. Красней. Вот так вот красней. И... Не, ну, ну... Ну, не смешно. Стой тут. Угу. Нет, ну, ну. Может, нет, им до лампочки. Такс. Такс. Ни хрена, не смешно. А-а-а. Тихо. А, о! Все норм. В туалете воду смыли. Все великолепно стало. Оу, щит, пацаны. Так, окей, что это нам дало? Туалетный утенок теперь не нужен или что, я не понял. Так. Ну окей, ждем, пока вода поднимется. Дальше-то что? Я слышу, где-то стекает вода. Мне кажется, я должен превратиться в воду и стечь вместе с ней. Но что не так? Ладно, окей. Думаю, эта серия пора заканчивать. Я пока поныряю без записи и увижу, куда там нырять. А уж когда наныряюсь, мы увидим, что идти куда дальше в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы ждете продолжения. Всем вам удачи. Конечно же, с вас лайк. И до новых встреч. Пока-пока.